Эй, кто-нибудь спасите! Помогите мне выбраться! Что с тобой случилось? Это все негодяй Берг! Я его работник, увы мне. Я просто проверял наш груз, как обычно. А он вдруг заявил, что я вор. Это я-то вор. Прошу, дотащи меня до моста. Мне нужен лекарь и снадобья.
niitille porkkimihin me. Будешь заходить в воду или нет? Нет, она слишком холодная. Но чем скорее крещусь, тем быстрее дела пойдут в гору. Не стоит пытаться получить благословение Господне лишь ради прибыли. Это ты, Чет? Наконец-то появился. Ну и рожа. Берг? Нет, 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 не подходи ко мне. Пойдем же, Чет, нас еще ждут дела. Дела? Как я могу работать? Да я рук не вижу, бессердечный мерзавец. Ты же ослепил его. Да, ослепил. Но что делать, если он продолжал пялиться на мое сокровище после стольких предупреждений? Я не пялился! Ты выколол мне глаза! Уймись, Чет. А ты давай его сюда. Старайся не отставать, Чет. Лучше убей меня. Думал, что все, мне конец. Сюнин, разведай местность.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Отдельная тут стража. Thank you.
Нужно быть осторожнее. Я этого не потерплю! Крадите у меня что хотите! Серебро, дом, да хоть жену! Но Господь покарает каждого, кто покусится на мой пирог! Что за речи про Бога и пирог? У меня украли пирог! И я вынюхаю проклятого вора, кем бы он ни был! И все из-за пирога? Необычного пирога! Мои пироги куда лучше других! О чем этот вор знал? Аромат! О, аромат! Вор побежал вон туда! Покажись, вор! Я знаю, ты здесь вместе с пирогом. Вор далеко не убежит! Я найду подлеца! Аромат плавленого масла! Как же это приятно! А? Вор был рядом? Я уже взял след. Пирог совсем рядом. Я чую. Выходи, вор! Чудная сладость ягод. Чую. О, вор уже близко! Я с первого взгляда узнаю тех, кто почуял мой пирог. Давай, покажись! Аромат верно пропеченного теста. Вор уже рядом! Вроде добавила сколько нужно. Попалась, мерзавка! Верни мой вкусный пирог! Вкусный? Твой пирог преснее, чем речная вода! Что ты в него добавила? Этот запах, аромат, я никогда его не чуял. Только капельку меда, чтобы помочь раскрыть вкус ягод. Боже мой, аромат великолепен. Это нечто прекрасное, чудесно. Похоже, девочка станет превосходной пекаркой. А воры в Йорвике не нужны. Пирог пахнет прекрасно. Дитя, у тебя талант к пекарскому делу. Потрудишься со мной? Вот так повезло. Спасибо большое. Ты не пожалеешь, я столько придумала. Только не кради пироги. Спасибо тебе. Захочешь отведать пирога? Приходи. Scout!
торговые склады. Наверное, здесь хранятся товары купцов. Не стоит привлекать внимание. Возможно, алая рука ими интересуется. Они копят деньги. Укол иглы. Я уже близко. Смотритель порта перепродает изъятый груз на рынке. Ему помогают торговцы, на чьих прилавках черная ткань. Может, я смогу привлечь их внимание, выдав себя за богача? Коппергейтский рынок. Похвастаюсь-ка своим серебром. Привлеку внимание торговцев. Смотри в оба. На складе недавно был переполох. Ключ? От чего? Но игла решила сесть охрану. Встретимся тут, как стемнеет. Заглянем с тобой к нему. Эй!
Слушай, у меня тут столько серебра, корабль не увезет. Не поможешь потратить? Давай-ка потише. Будешь размахивать тут своим серебром, тебя просто убьют. Что это за рынок, где нельзя побродить между прилавками, чтобы деньги потратить? Хочешь от серебра избавиться? Иди в переулок. Все, отстань. Лети же, Сюнин. Привет. Могу принести еще. Мудрый выбор. Хочешь купить? Спасибо за покупку. Эту вещь? Теперь ты станешь сильней. Сильнее, чем прежде. Хорошая вещь. Такого у меня много. Кое-кто купит это. Пригодится. Спасибо тебе.
кое-кто купит это. Применение. Пригодится. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Пригодится. Я в таких вещах не разбираюсь. Приятно время от времени что-то делать. Если что, такие еще есть. Наслаждайся.
На этом все. Мне... Эй, друг, я вот не знаю, на что бы серебро потратить. Не поможешь мне? Что у тебя есть? Мне уже нечего продать, но Копергейтский рынок – правильное место. Поспрашивай тут еще, кто-нибудь откликнется. Спасибо. Я слышал, на этом рынке очень любят серебро. У меня есть для тебя кое-что. Думаю, тебе нужен Григорий. Смотритель порта? Прости, но кто ты? Тот, кто хочет поторговать с Григорием. Я и так уже слишком много тебе рассказал. Уходи. Ты... Ты что-то говорил про серебро? Я хочу потратить очень много. Уличным попрошайкам столько не дают. Эй, я не попрошайка. Я кое-кого знаю. Ты не об игле? Вы с ним договоритесь. Хочешь поторговать? Иди к статуе, что возле восточных ворот. Ладно. А ты береги себя. Ты мне? Ха, да у меня самый большой меч в округе. Okay.
пустые повозки и метка из черной ткани. Вот это место. Заперто. Среди крыс прячешься, игла. Ну-ну. Здесь мне точно не рады. Звон металла. Мастерская в канализации. Что игла там делает? Серебро. Часть до сих пор в ящиках. Его тоже забрали у торговцев. Серебра, слитки и монеты. Но для чего им это нужно? Нет, прошу, не надо. Обещаю. Я обещаю, что найду серебро. Слишком поздно. Это серебро переплавляют в монеты. Thank you.
что он это... Странно, меня ничуть не удивляет то, что ты здесь. Ты! Тебе тут не место! Здесь у нас дела ведутся честно. Это твои слова? Но ты купаешься в серебре, полученном за изъятый тобой товар. Ты игла или один из его подручных? Все куда сложнее. Ткань этого мира продрана. Сплошные дыры да лоскуты. Нужен человек, который смог бы это зашить. Человек с твердой рукой. Кто может вдеть нитку в иглу? Кто-то вроде меня. Поэт, ты паршивый. Но хотя бы на вопрос ответил. Да уж, у каждого свои слабости. Твоя — это решетка, что нас разделяет. Думаешь, я по зубам твоим людям? О, я в них не сомневаюсь. Люди Алой Руки верны нашему делу. Чего нельзя сказать о торговцах. Убить его! Потом ищите меня на рынке! Эй! Сдавайся, подлатать.
мертвецу скользнул. Я покончу с ним на Копергейтском рынке. Пройдемся. Гулять хорошо. Григорий! Славно, когда есть воздух. Запахи, звуки. Прошу, Григорий, я не думал, что это важно. Всего пара монет. Тише, тише. Я понимаю. Это не твоя вина, а моя. Ведь я решил, что ты не пустоголовый тупица. Я столько серебра отдал тебе, что мне стало нечем кормить себя и своих детей. Прошу, пойми. О, Господи! Торговцы Йорвика, я обещал вам будущее, полное возможностей. И какой мелочи просил от вас взамен? Ты помнишь какой? Верности. Верности! Пусть это послужит уроком для всех, кто думает, что может мешать мне и моим делам. Здесь лучше не шуметь. Я решаю, что и как. Вы подчиняетесь. Забавно. В детстве я думал, что снег — божьи слезы, замерзшие из-за наших грехов. Слабый, голодный, я смотрел в небо, надеясь, что он плачет обо мне, хочет меня спасти. Но не Бог меня спас, а тайник. Он дал мне крышу над головой, сытную пищу, теплую постель. Впервые кто-то протянул мне руку помощи. Был добр ко мне. Пожалел. И тогда я дал себе клятву. Я поклялся, что никогда не предам того, кто, в отличие от Бога, мне помог. И ты служил тайнику, прекрасно зная, что происходит? Мы встретились благодаря Ордену. Я был у Ордена в долгу и отплатил тем, что спас этот город от гибели. Долг жизни — сильное чувство. Оно захватило всю его хук и поглотило ее. Но сам-то ты не стал никого жалеть. Сколько людей пострадало из-за тебя, ради твоих целей? Верно. Может, я и заслужил смерть. Но я лишь спица в большом колесе. И оно все еще крутится. Пока что. Там, куда ты попадешь, а тебе плакать не будут.
печать. Я видел ее в залах совета. Нужно показать это Льюфвине. Будешь заходить в воду или нет? Нет, она слишком холодная. Но чем скорее крещусь, тем быстрее дела пойдут в гору. Не его стоит нужно толкнуть получить благословение или Господне лишь ради прибыли. Я не слишком здоров. Холод потушит во мне пламя жизни. Я не слишком здоров. Холод потушит во мне пламя жизни. Вот так вот. Холодно! Холодно! Я тону в ледяных волнах! Спаси! Все не так плохо! Боже, наконец-то! Отныне ты крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, часть которого вечно с нами. Теперь ты, Дитя Господне. Что? Это все? Верно. Иди по его стопам, дитя Божье. Да, если не приведут меня на рынок. Стоит поплавать. Спасибо, что помог ему забраться в воду. Мы уже устали ждать. Но мы терпеливы. Господа, может... Нет, пожалуй, здесь все. Нужно быть осторожнее.
Редит, но встречай!